На этой неделе Сергея Посадцева ждет теплая погода с небольшими дождями в первые дни. Об этом нам рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Если в понедельник обойдется без осадков и дневная температура поднимется до плюс 15 градусов, то во вторник погода испортится. Во вторник утром начнется и продолжится идти весь день дождь. В течение дня местами с перерывами. Немного похолодает, и днем уже не так жарко, как сегодня. Плюс 11, плюс 13 градусов. А ночью около плюс 5, плюс 7. Ветер повернет на северо-восточный, по силе будет дуть 2-5 метров в секунду. В среду днем осадков не ожидается, и воздух вновь прогреется до плюс 15. Четверг станет самым теплым днем рабочей недели. Температура вырастет до плюс 16. В пятницу ветер повернет на северный, и днем похолодает до плюс 10, плюс 12 градусов. А ночью в этот период воздух будет остывать до 0, плюс 2 градусов. Но надеемся, что обойдется без заморозков. Ну и будет без осадков в эти два дня, в четверг и в пятницу. Атмосферное давление понизится до 749 миллиметров ртутного столба. Выходные дни должно потеплеть еще больше. Осадков также не ожидается. В субботу днем будет около плюс 16 градусов, а в воскресенье до плюс 20. Ночью от плюс 2 до плюс 5 градусов. Ветер в выходные дни будет дуть с запада, с юго-запада по силе 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит около 747 миллиметров ртутного столба. Екатерина Фурсова, Дмитрий Зайчиков, программа «События».